Спонсор программы – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Здравствуйте, Магнитогорское времечко начинает свою работу в прямом эфире. Телефон в студии 24-55-11, и через минуту мы начнем принимать ваши звонки. Да, и Надежда, я хочу, чтобы ты начала сегодняшний выпуск у нас с рассказа о том, что же с тобой случилось сегодня утром по дороге на работу. Рассказывай. Да, действительно, дорога на работу у меня выдалась адреналиновой, потому что ехала я на работу на маршрутном такси номер 15, и на пересечении улиц Советской Зеленый Лог нашу маршрутку остановил нетрезвый мужчина, подошел к водителю, открыл водительскую дверь, начал почему-то хамить водителю, пригрозил тем, что будет стрелять в голову. И когда вот он уже достал пистолет и начал метиться водителю... А водитель ему не поверил, говорит, давай. Да, водитель ему не поверил, но вот когда уже достал пистолет мужчина, здесь уже пассажиры сказали, что не нужно связываться, давайте закроем дверь и поедем. И вот в момент, когда дверь закрылась и маршрутное такси тронулось, мужчина все-таки выстрелил уже по кузову машины, получается. Я понимаю, травматический там пистолет, решил как-то разбираться. Ну, видимо, да, судя по тому, что не было никакого серьезного повреждения для автомобиля, ни в кого он не попал, видимо, это был травматический пистолет. Это кошмар, конечно. Надежда мне рассказала утром сегодня. Ну, это реально невыдуманная история. Хорошо, Надежда, что хорошо все закончилось, как бы без травм, без жертв. Да. Но вот в связи с этим у нас, друзья, например, с Надеждой возник вопрос, что 90-е, что ли, снова вернулись? Ну, насчет 90-х Надежда, конечно, не помнит. Ну, что-то очень из криминальных фильмов похож сюжет. Да, какие это были годы. Ну, я, например, припоминаю. Ну, надеемся, найдут дебошира наши доблестные полицейские и накажут, потому что маршрутчик там собрал, да, свидетелей, постарался телефоны взять, все. Накажут, чтобы неповадно было и в людей целиться, и стрелять по маршрутке вообще. Вот после такой истории телезрители могут подумать, что у нас сегодня околокриминальная тема, но это совсем не так. Это не так. Тема у нас – вопросы. Вот нам звонят в редакцию, периодически задают вопросы. Например, позвонила сегодня Асия Мударисовна, спрашивает, кому мешала остановка напротив пенсионного фонда. Располагается он на проспекте Ленина, 140. Год назад, говорит, эта остановка там была, а теперь ее перенесли черти куда, и вот возмущается наша телезрительница. Также по остановочному комплексу был звонок от Любови Алексеевны. Тепличное хозяйство, так называется остановка. И вот ее бетонное основание, видимо, самого остановочного комплекса в ужасном состоянии, поведала нам телезрительница. Она говорит, рядом дорогу ремонтировали нынешним летом, а вот почему-то про остановочный комплекс забыли, обошли стороной. Вопрос возникает, почему? Почему забыли? А к кому у вас есть вопросы? Друзья, звоните 24-55-11. Ждем ваших звонков. Уже почти месяц жильцы 21-го дома Патруда не могут наслаждаться видом из своих окон. В непосредственной близости от дома развернулась стройка. Самое главное, что мы окна не можем открыть. Почему? Потому что у нас вот эти вот газующие машины бесконечные, подъезжающие, выезжающие. Шумную жизнь в оживленном месте города жильцам этих девятиэтажек скрашивало любование зеленой зоны. Старожилы помнят, как сажали деревья, которые для строителей оказались помехой. Нашему дому 29 лет. 29 лет росли эти деревья. И они губят эти деревья, эту зелень. Какая-либо информация о возводимом объекте на металлическом заборе отсутствует. Но жильцы дома заранее уверены, в соседях у них будет очередной торговый центр. В нашем доме 16 магазинов, 2 банка, медицинские центры, 2 парикмахерские, постоянный поток машин. И если еще добавляется торговый центр, неизвестно какой площади, увеличится поток автотранспорта. Магазины в каждом шагу. Они зачем нам еще магазин нужен, непонятно. Возмущаться строительством на этом месте жильцам 21-го дома Патруда уже приходилось. Первые попытки возвести здесь магазин, по их словам, были сделаны предпринимателями еще 3 года назад. Когда мы этот вопрос решали, и вроде как нас услышали. Ходили в озеленение, ходили в архитектуру, в общем, у нас есть ответы, и вроде как прекратили. Как только выборы прошли, на следующий день приехали и начали работать. Активисты дома сразу же собрали подписи противников строительства и обнаружили нарушение. По санитарным нормам расстояние от жилого дома до объекта должно быть не менее 50 метров, а здесь всего 28. Мы обратились в Роспотребнадзор, написали жалобу к Булаковой, жалобу у нас брать отказались. В связи с тем, что этим вопросом администрация занимается, что якобы они не в компетенции, хотя мы ссылаемся на их санитарные нормы.
нормы. В городском управлении архитектуры о том, что собираются возводить на улице Труда, знают подробно. Это одноэтажный магазин площадью немногим более 180 квадратных метров. Земельный участок был отдан предпринимателю в аренду еще в 2014 году. Проект здания согласован в 2015. Разрешение на строительство получено в январе 2016. Разрешение на строительство у нас можно отменить только через суд, либо при определенных случаях, когда заканчивается аренда земельного участка, либо когда земельный участок там разделяется на два. В настоящий момент все документы выданы в соответствии с законом. Вдобавок, проектом планировки микрорайона строительство здесь магазина предусмотрено. Тем не менее, возмущение жильцов в администрации все-таки услышали. Сейчас чиновники перепроверяют все документы. Мы, конечно, проверим еще раз этот вопрос, раз такой вот недовольство жителей. Стройплощадка огорожена. Единственное небольшое замечание, что у него щита нет информационного, но это в течение недели он вывесит. Жильцы 21-го дома по труда в своем противостоянии стройке сдаваться не намерены. С торца их дома началась реконструкция еще одного магазина. А учитывая современные материалы и технологии, зима строителям не помеха. И у активистов дома нет времени для передышки. Вот в доме, друзья, 16 магазинов, 2 банка, медицинские центры, парикмахерские. Такое ощущение, что вот разговор идет не о многоквартирном доме, а о небольшом райцентре. И еще магазин будет, говорят. Хорошо живем, в общем. Ну, не знаю, услышат ли местных жителей там, что будет дальше, посмотрим. Времечко в Пятигорске в прямом эфире. Елена не дождалась выхода в прямой эфир, но она рассказала о том, что пешеходный переход необходим там, через улицу Маяковского. Перенесли, говорит, детскую поликлинику. Раньше ее там не было. А теперь необходимость назрела пешеходного перехода. И дело-то в том, что люди идут, там, где нет перехода, потому что до гортеатра нужно идти 3-4 дома, по словам Елены, надо пройти. Не хочется им, а хочется рисковать. И они рискуют собственной жизнью, жизнью своих детей. К сожалению, так происходит. Вопрос у нее, возможно ли обустроить там все-таки пешеходный переход. Вопрос пока подвис. Ну вот хотя 3-4 дома, вроде как расстояние-то совсем небольшое. Продолжение дорожной темы у нас на связи. Анатолий, здравствуйте. Ваш вопрос тоже к дорожным службам и касается он наших переездов трамвайных. Рассказывайте. Добрый вечер, это Анатолий. У меня такая не проблема, а вопрос к дорожникам или к железнодорожному транспорту трамвайному. У нас переезды трамвайные в ужасном состоянии. Вот. Невозможно через них один переехать спокойно. Один только переезд у нас сделали отличный, 2 года уже держится, на Юности, Карла Маркса, Грязнова. Там никогда пробок нет. Возьмите Завинягина, Карла Маркса. Труда Карла Маркса, Труда Советская. Это такие переезды, что люди стартуем, мы на зеленый цвет, останавливаемся, готовы перенести через эти рельсы. Этот транспортный поток останавливается. Поэтому вот у нас пробки такие, как сказать, вот. Но это больше из-за организации вот именно движения там на перекрестке или из-за того, что плохо замощены, что ли, линии трамвайные или что? Ужасное состояние трамвайных путей. Ужасные перекрестки. Я поясню, Анатолий, трамвайные переезды у нас находятся по уровню выше основного асфальтового полотна, и поэтому действительно приходится притормаживать. Хотя, вот, по сути дела, перекресток Звенягина Карла Маркса делался относительно недавно, да, и, наверное, можно было тоже предусмотреть. Но вот дорожные службы посчитали, что так будет правильнее. Видимо, так удобнее трамваям. Да, идем... вопрос, можно ли сделать лучше? Да. Наверняка можно. Идем дальше и давайте послушаем жительницу поселка Новосавенко. Она звонила сегодня в редакцию нашей программы. Я жительница поселка Новосавенко, Долгова, Светлана Павловна. Проживаю Красный Маяк, 74. Я очень недовольна тем, что без конца горный трафик отключает нам свет. Раз в неделю это обязательно, если не 2 раза. Свет отключен на 4 часа. А у нас у многих электроотопление, это значит, дым остынет, надо что-то делать, это неправильно, что так надолго отключают свет. Я считаю, что такие частые отключения, это только от того, что у нас очень плохое обслуживание. Нужно изменить обслуживание, чтобы не было таких длительных отключений. Я не могу приготовить себе покушать, включаются холодильники. Мне даже воды не нужно попить без электричества.
Вот такая ситуация в Новосаренке. Кадры, которые иллюстрировали сейчас звонок телезрительницы, ну там показывали, что газ там у людей есть в домах. На самом деле, да, газ туда провели. Начали проводить. Но там три дома буквально, где люди могут пользоваться отоплением от газовых котлов, соответственно, готовить на газовой плите, если у них есть такое желание. А так все зависит от того, большинство, будет ли вот электроэнергия или нет. И почему происходят такие частые отключения, если это какая-то производственная необходимость? Можно ли сократить число отключений хотя бы зимой, чтобы действительно дома не остывали? Мы ждем официального ответа от муниципального предприятия «Горэлектросеть», готовы предоставить для этого эфирное время. Да, идем дальше. Я напоминаю тем, кто смотрит нас постоянно. Как-то мы спрашивали у вас, телезрители, в одном из эфиров, как бы вы назвали свою улицу там или переименовали, может быть. И ответ одной из телезрительниц был такой, что я бы назвала Ямочной. Вот так много, она говорит, у меня ям в квартале. Адрес назывался проспект Ленина, 152, в преддверии зимы, а за ней, ну, всяко будет весна. Мы решили, что про ямки во дворах, а главное, что надо делать, чтобы таковых не было, чтобы их залатали, можно еще раз поговорить. Смотрим сейчас сюжет, ждем от вас звонков с ответом на вопрос. Кому у вас есть вопросы, друзья, 24-55-11. Искусственные неровности. Так официально называются нелюбимые в народе лежачие полицейские. Во дворе дома номер 26 по улице Первомайской и делать не нужно. При въезде в квартал водителям волей-неволей приходится снижать скорость до минимальной. Иначе проехать ямы не получится. Какие-то из них появились сами по себе. А вот это, как говорят местные жители, результат работы дорожной службы. Несколько лет назад приезжала бригада, не знаю для каких целей, они проштробили здесь линию, убрали весь асфальт, ну и как бы на этом все, и больше мы их не видели, не слышали, как говорится. Пытались своими силами это все залатать, тем же самым асфальтом, просто нас мужчины закладывали сюда этот же асфальт старый, который вот то, что они сняли. Засыпать щебенкой ямы на улице Пугачева пробовали жители поселка Крылов. Эта дорога сквозная, соединяет улицы Суворова и Советскую. Здесь уже вряд ли можно обойтись ямочным ремонтом. Все асфальтовое полотно требует замены. Сколько это лет не ремонтировали ее? Когда была дорожная дореволюция, подавали заявку, ее поставили до очереди, но это дело от ремонта так и не дошло. Это яма на яме. Ехать, как говорится, очень проблематично. Колесо здесь можно прогнуть, это вечная это проблема. Внутриквартальные проезды и поселковые дороги активно начали ремонтировать только в этом году. Раньше на эти нужды не было денег. Средства выделили из областного бюджета. И за летний период во дворах залатали ям общей площадью 34 тысячи квадратных метров. Треть из них в Ленинском районе. Ремонт был по тем адресам, которые указали сами жители, обратившись в администрацию. Заявки от граждан, да. Также мы согласовываем объемы, адресные планы с помощниками депутатов, с председателем комитетов ТОС. Мы выезжаем на место, оцениваем комиссионно и принимаем решение о включении того или иного адреса, опять же, в первоочередной список. На этих картах красным цветом выделены те дома, во дворах которых требуется ямочный ремонт. Левый берег, Ленинский район, новые кварталы Орджоникидзевского района. Их указали горожане, откликнувшись в социальных сетях. А вот фото. Так выглядит дорога вдоль дома номер 106 по проспекту Ленина. Яма на всю ширину проезжей части. Проезд между 9 и 11 домом по улице Завинягина. В прошлом году ямы засыпали щебенкой, но заасфальтировать их никто не взялся. Жукова, 12. А это противоположная сторона улицы Жукова. Дорога вдоль домов 13/1, 15/1 и 17/1. Адрес проспект Ленина 152 был самым повторяющимся в сообщениях горожан. Этой дорогой пользуются не только жильцы дома, но и посетители 6-й детской поликлиники. Ямы глубиной уже 20 сантиметров, только увеличиваются. А ремонта здесь в этом году не предвидится. Цепляется дно машины. Вот, яма очень глубокая, и ездить некомфортно тут. Бывает даже шкаблит вот дно машины. Чтобы попасть в план ремонта дорог на будущий год, жителям необходимо обратиться в свою районную администрацию. Можно с письменным заявлением на имя главы, а можно в отдел развития и благоустройства. Перечень адресов передается в городскую администрацию и ДСУ. При условии выделения денег по этому списку и будут работать дорожники. –
Вы смотрите «Магнитогорское времечко», мы работаем в прямом эфире. Напоминаем, сегодня задаем вопрос телезрителям, кому у вас есть вопросы. Вот на связи у нас Вячеслав Михайлович со своим вопросом. Задавайте его. Вот Русьева 13/2 ямы вокруг дома. Я уже вот месяц назад уже говорил об этом вот вопросе. Думал, что-то изменится. Вообще объехать даже невозможно. Ямы больше и больше и больше. Вы их даже измеряли? Да, вот измерил, 15 сантиметров была глубина даже. Ну, вы заявку куда-то подавали или нет? Вот Надежда сейчас объясняла в сюжете, куда надо обращаться с этим делом. Нет, я никуда не обращался, ничего. Вот я в эфире вам говорил тоже об этом. Тогда парк небольшой здесь у нас здесь. Здесь трава была в рост человека. Ее прям буквально через день скосили, эту траву. А мусор весь оголился. Там мусор, горы. Вячеслав Михайлович, мы поняли ваш вопрос по поводу ямочного ремонта, что он необходимен. Будем надеяться, нас будущий год услышат. Обратитесь в районную администрацию. Да, давайте договоримся, что вы все-таки тоже сделаете для того, чтобы об этом узнали там, где должны узнать. Но в районной администрации, в частности, правильно? Через управляющую компанию можно действовать. Ну, через управляющую компанию администрация не рекомендовала действовать, потому что все-таки лучше напрямую прийти в отдел благоустройства, сказать, нужен нам ямочный ремонт, написать письменное заявление, и вас должны включить в список. Насколько денежек хватит, возможно, вот до вас тоже дойдут. Значит, у нас до Александра, который сейчас пойдет в прямой эфир, Денис у нас дозвонился, спросил, откроют ли дорогу на старую магнитку, ну, я так понимаю, с казачьей переправы, вот этот съезд, который в прошлом году, по-моему, закрыли. Это вопрос. И вот у нас Александр на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, здравствуйте. 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 Вот вы не знаете, кому его адресовать, но вопрос у вас есть. Озвучивайте его. Да, вот я и не знаю, кому адресовать этот вопрос. Какой? Вот у нас в городе есть, ну, кто-то отвечает за то, что как машины у нас бросают, где бросают, или что. Ведь, по-моему, никому ничего не надо. Машины уже и на газонах ставят, и где только не ставят. Все бордюры переломлены уже. Ведь надо как-то наводить порядок. Ведь если у каждого есть гараж, он туда не хочет гнать. Не у каждого, не у каждого, конечно. Но вы считаете, что, значит, обязательно должны следить за этим, ну, те, кому положено, я так понимаю, ГИБДД, да? Он заехал, тебе штраф. Штрафовать, ну это вот, я не знаю, как сейчас при таком количестве машин. Александр, а вы скажите, а вы готовы вот, ну, доносить, будем называть вещи своими именами, сфотографировать номерок человека, автомобиля, кто, значит, поставил на газон, и куда положено, значит, это, готовы? Это сейчас все можно, как его, ну, ведь такого нету, что там стоит знак, что нельзя ставить или как. Да нет, на газонах в любом случае нельзя ставить. Хорошо, спасибо вам большое. Андрей, я здесь уточню. Был прецедент буквально вот на прошлой неделе, очень широко он обсуждался в сети, по поводу того, что как раз-таки была парковка на газоне, за это был выписан штраф. Мужчина, он оспорил это в суде, и суд сказал, что у нас в правилах не прописано, что на газонах нельзя парковаться. Но это вот был один единственный такой судебный прецедент. Прецедент создан. Так ты сейчас просто взрываешь тут ситуацию, понимаешь? Ты говоришь, что, ребята, можно ставить на газонах, ставьте. Это не я так, говорю, это говорит это суд. Действительно так? Да, это широко очень обсуждалось. Ну, это вообще сейчас ты меня просто развалила до основания. Ну, идем дальше, друзья. Хотим воздать справедливость, если можно так выразиться. Надо заасфальтировать. Так было заглавлен материал, который мы показывали 7 октября. Это проезд у дома номер 202 по проспекту Маркса. Там сотрудники треста теплофикации после произведенных летом работ не заасфальтировали разрытый участок, засыпав только его щебенкой. Жильцам это не понравилось, они пожаловались в народную программу, и 7 октября главный инженер треста водоканала, теплофикации, простите, Игорь Запорожец пообещал, что асфальт положат в октябре. И обещание свое он выполнил. Даже до конца месяца тянуть с этим делом не стал. От имени жильцов 202 дома и от программы «Времечко» большое спасибо за такое ответственное дело. Да. Мне так кажется, там даже лучше стало, чем было, потому что новенький асфальт, хороший какой. Уходим мы на короткую рекламу. Друзья, 24-55, звоните и будем общаться.
Кому у вас есть вопросы, друзья, идем дальше. И Ольга Адамовна до нас дозвонилась. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, слушаю. Значит, вопрос мой вот какой. Значит, в августе месяце добрые дела, у нас пилили старые деревья. Попилили их и оставили. На дворе октябрь месяц, звонила, разговаривала с управляющей компанией, с ДРСУ, или как она у нас там называется. Значит, управляющая компания говорят, это не мы делали, нам скажут, мы уберем. А ДРСУ, значит, записали заявку, даже с диспетчером меня соединили, и этим дело кончилось. Ну, понятно. Вопрос понятен? Значит, да. Идем дальше. Надежда, у нас время да. вообще. Жители домов 33, 35, 37, 39 и 53 по улице Чайковского не раз звонили нам в редакцию и говорили о том, что с отоплением нынче у них не все в порядке. Масса вопросов была после проведенного в домах капитального ремонта. И главный вопрос – когда будет тепло по-настоящему? Да, мы решили съездить туда, пообщаться с людьми. Так получилось, что появились там специалисты, отвечающие за подачу тепла в квартиры. Давайте посмотрим. Вот уже восьмой день, уже отопления нет. Вот холодный труб. Марина Алхасова говорит, что в ее квартире, пожалуй, только мягкие игрушки не мерзнут. Четырехлетняя дочь Наталья – нарядное тому подтверждение. Одежек на ней, как у капусты листьев. Ее трехмесячная сестренка от старшей не отстает. Снизу теплые кофточки, сверху пеленочка завернулась, шапочки. Детскую коляску поставили в кухне. Здесь хоть как-то можно поддерживать комфортную температуру. Выручает электрическая плита. Я ее включаю и выключаю. И чуть-чуть тепло. Марина переживает. Из-за недостатка тепла в квартире ее дети заболевают. Мама вынуждена тратить деньги на защитный лекарственный арсенал. Вот от кашля я купила парацетамол для трехмесячного ребенка. А это уже сироп идет для старшей уже. Вот в день 3 раза мы пьем от кашля. Вторую неделю холодно не только в квартире Марины. Начало отопительного сезона не радует и ее соседей. Замерзаем. Все и руки, и ноги замерзают. Изначально, как включили, мы звоним вот в эту, в аварийную компанию-то. Они, значит, говорят, вот на Пионерскую идите, к слесарям. А эти слесаря говорят, что к нам... К вашему дому нельзя подходить. Жильцы 35-го дома по улице Чайковского все-таки добились того, чтобы решением проблемы занялись специалисты. Жилищники и коммунальщики 25 октября в подвале дома устроили настоящий консилиум. Похоже, диагноз ставили коллегам-строителям. Летом они провели здесь капитальный ремонт. Мне как сказали, это вчерашний день. Сейчас уже не шайбируется. Я говорю, хорошо, тогда диаметрами идите. Конечно, диаметрами. А вы ни диаметрами, ни шайбами, ничем. Фильтры, сетки, шайбы, диаметры – все это для замерзающих жильцов пустой звук. Они хотят знать, когда в их квартирах будет по-настоящему тепло. И на этот вопрос пока ответа нет. Параметры теплоносителя отличные. То есть нормальная температура подачи, давление, перепад рядом с домом в сети 12-14 метров. Этого вполне достаточно, чтобы система отопления работала. Сейчас регулировку системы сделаем, если, конечно, капитальный ремонт выполнен правильно и по проекту. И как проект делал. То есть проект сделан, я не знаю, кто его делал. В подъездах тепло и по стояки в квартирах горячие, а на радиаторах, то есть отопления нет. За полчаса до эфира мы связались с жильцами и выяснилось, что не только отопление в квартирах не появилось, так еще и в подъезде батареи стали холодными. Да, если есть вопросы у вас, друзья, 31 28 26, звоните, автоответчик у нас работает. Увидимся в пятницу. Сейчас наши будут биться с кузней, болеем за наших. Пока. Спонсор программы – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».